Привет всем, с вами Ричи. И недавно, буквально вчера, у меня одна из участниц паблика спросила, как же не потерять качество фото при его трансформации. Я почему-то об этом не задумывалась, потому что я всегда использую HQ качество фотографий, и в принципе больше, чем они есть в оригинале, они мне не нужны. Но все-таки я решила поползать, подумать, посидеть в фотошопе, залипнуть надолго и понять, как же потерять качество, точнее, как же не потерять качество при трансформации фото, если вы делаете, допустим, не уменьшение при трансформации, а наоборот, больше размер фотографии, чем его оригинальный. Так что, поехали. Сначала я взяла фотографию, очень маленькую фотографию, и создала файл 500 на 400 пикселей. Неважно, какого размера у вас файл, потому что я же использую только, чтобы показать результат на этом холсте. Итак, берем мою маленькую фотографию и переносим ее на новый холст. Зажимаем Shift обязательно, чтобы ее вот так вот не сплющило. Зажимаем и растягиваем. Пожалуйста, ребят, я не думаю, что если вы растянете на 1000 пикселей больше фотографию, вам поможет этот способ, поэтому растягивайте на умеренных мерах. Итак, сейчас моя фотография выглядит очень ужасно. Она размытая, на ней видны буквально немножечко пикселя самой фотографии, поэтому нам нужно ее улучшить. К видео я прикреплю ссылку на скачивание вот этого набора экшенов. И сначала я применяю V3 экшен к данному слою с моей фотографией. После того, как сам экшен применился к фотографии, она у вас станет размытая. Вы дублируете слой, у нас это Ctrl-J, и производите V2 экшен на дублированном слое. После того, как экшен применился, мы идем сразу же в фильтр, резкость и умная резкость. И ставим вот такие вот настройки, как у меня. Итак, вот и все. Я поставила именно такие настройки, которые мне нужны. И сейчас моя фотография выглядит, я вам скажу, очень даже ничего. К ней теперь вы можете применять колор, не знаю, готовый или сами сделать колор на этой фотографии. Но, в общем, по сравнению с тем, что было, и с тем, что встало в удвоенном размере, выглядит очень даже неплохо. Поэтому, надеюсь, я вам помогла этим. А при трансформации оригинального качества фото, если оно у вас плохое, если вы делаете фотографию меньше, качество оно все равно улучшается. Поэтому здесь я не вижу смысла делать отдельный урок по этому. Поэтому до встречи и пока!